Миллиарды евро. Золотые кастрюли по восьмикратной цене – это ничто по сравнению с потерей проекта Rail Baltica, утверждают критики нашей страны, ответственные за развитие строительства европейской узкоколейной железнодорожной полосы. Существенный спор ведется по поводу управления финансовыми потоками. Еврокомиссия четко заявила, что централизованные закупки выгоднее и в связи с масштабом экономии, и по причине снижения риска технических несоответствий. Однако этому противится наша страна, желая проводить конкурсы на местах, а не через Ригу, где и действует объединенная дирекция всего проекта. Если до конца сентября не будет заключено соглашение, то проект может потерпеть крах. ЕС выделила для него 85% требующихся средств. Ни одно государство в Европе не получало такого щедрого предложения. Все это происходит на фоне поиска Брюсселем средств для беженцев. Кроме того, после выхода Великобритании из ЕС сократятся доходы Евросоюза, пишет портал 15min.lt.